Российский паспорт – уникальный документ. В мире к нему относятся по-разному, но совершенно точно ваше российское гражданство нигде и никого не оставит равнодушным. Действительно, это торжественное событие, которое мы у себя в Одинцовском округе вот так отмечаем торжественно, с почетными гостями, с олимпийскими чемпионами, гостями из правительства Московской области и общественниками. Действительно, чтобы этот праздник, это вручение нашего паспорта гражданина осталось у вас на всю жизнь и стало сегодня семейным праздником. Я искренне вас поздравляю, ребят. Вот вы и выросли. Это не значит, что детство закончилось. Просто еще один шаг к совершенно другой, более такой серьезной к жизни. Я вам хочу пожелать здоровья, успехов в новом учебном году. Нередко молодые люди воспринимают получение паспорта как само собой разумеющееся событие. Они просто не осознают, насколько велико число людей, пытающихся сегодня получить российское гражданство и в конечном итоге российский паспорт, как документ, подтверждающий принадлежность к великой стране, к ее народу, ее героической истории и богатейшей культуре. Замечательная традиция вручать первые паспорта в торжественной обстановке помогает ребятам почувствовать всю важность этого момента, открывающего ворота во взрослую жизнь. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».